Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федір і моя гостя сьогодні Тетяна Мартинова, білоруська опозиціонерка. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю вас, пані Анастасія, і всіх наших глядачів. Отже, ви знали, що сьогодні в росіян глаза світяться від щастя? Каже такий собі прихвостень Путіна, півець-шаман, що, мовляв, настільки сьогодні всі щасливі, що відбувається ця інаугурація, що просто більш меж цьому немає. Але варто чи сьогодні звертати увагу, хто є присутнім на інаугурації Путіна? Відомо, що в столицю приїдуть дипломатії з Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини, Словаччини і Франції. І, що дивно, не видно Лукашенка. Пишуть офіційно, що він має прибути завтра. От наскільки сьогодні важливо, дійсно, хто буде поруч з Путіним, і як же союзне государство, як так, що Лукашенка не запросили, чи він не зміг приїхати? Давайте так. Перше. Звісно, преступників і негодяїв потрібно переписати. Всіх тих, у кого сьогодні поток щастя, из-за инаугурации, да, из коронации, скажем так, Путина. Хотя на самом деле это последний день его легитимности. Это все. Как это будет признано, в каком, скажем так, какой последовательности, да, страны будут обозначать, да, Путина как легитимного президента, это отдельный вопрос. А сегодня такая, как там в русском шансоне, Мэтью Миллер, да, высказался от Соединенных Штатов, что, конечно, нечестные выборы и не свободные, но он президент. Хочется спеть ему песню, что ж ты Миллер сдал назад. Но это еще, знаете, такое очень обтекаемое заявление, это первое. Многие страны уже сказали, что не признают легитимность. То, что кого-то прислали, я имею в виду, да, каких-то своих представителей, даже Франция, например, вообще не звертаем уваги. Потому что, во-первых, посольство есть, там консульство, да, условно говоря, с территории Беларуси уже заходила военная техника, летели ракеты, а посольство в Минске работало. И Кизим там находился еще долго. Потому что одно дело – это, да, кто и как, на чьей стороне уже вызначился, да, кто где играет. С другой стороны, что существуют все равно контакты, которые будут сохранены до последнего. И это важно в данном случае, потому что есть граждане Франции на территории России, ну и вообще много всяких других нюансов. Они не могут их оставить без консульских услуг там и так далее. Ну и, возможно, даже какие-то там диалоги будут вестись, потому что Макрон не вычеркнул номер телефона, не стер его с своей записной книжки, телефон Путина. Кроме того, через месяц у нас выборы в Европарламент, и за ними тоже надо очень внимательно посмотреть. Ибо русский мир, как всегда, прется туда со своими проплаченными представителями. Ну и, в общем, ситуация только начинает раскручиваться. Потому что я сейчас не хочу говорить о этом выжившем из ума Сигале, да, который там стоит, об этих Гундяевых, про этих шаманов. Пахмутова там, да, тоже, значит, бабушка, это, что уже с ней взять? Тут как бы старушке надо дать дожить, это так называется. Испортила себе на старости лет некролог. Бывает. Как мы заметили, у многих граждан России это случилось. Вот. И первой начала Терешкова, если вы помните. Посмотреть надо, обратить внимание надо. Делать какие-то прям сразу же глобальные выводы мы не будем. А что касается Лукашенко... Понимаете, он в принципе должен, у меня шорт на моем канале выложила как раз сегодня, должен подойти к Путину, пожать ему руку и сказать: Владимир Владимирович, добро пожаловать в клуб нелегитимных президентов. Вот. Они теперь в одной лодке. Безусловно, у Путина в любом случае и страна побольше, и возможности, и, соответственно, Лукашенко тоже как был его прихвостнем, так и есть. Я ни в коей мере не рассматриваю это как какой-то демарш. Скорее всего, Путину на это наплевать. Более того, Лукашенко никогда бы, если бы ему сказали: Саша, быть, он бы был 100%. Возможно, даже с этой точки зрения Путин, как бы не приглашая его,
старается в очередной раз подчеркнуть его никчемность и неважность. То есть условный шаман и условный сигал, они важнее вот этого вот картофельного фюрера. Ну, что, как бы понятно, хорошо. Ну і ще важливо, ми знаємо, що точно, як ви сказали, картопляний фюрер, і як, власне, така вже назва, яка в народі причепилась до Лукашенка, він точно буде 9 травня. Пишуть ЗМІ, що на Червоній площі разом із іншими лідерами інших країн, до речі, цікаво, які це будуть лідери, він буде присутній на військовому параді. Як думаєте, зробить він фотографію на тлі ось цієї західної техніки? Ну і загалом, 9 травня для Путіна. Наскільки воно важливе і як тут? Чи треба нам звертати увагу, зокрема, хто буде сидіти біля Путіна і хто буде тиснути руки? Тут я сподіваюся, що з Франції нікого не буде вже от на цьому заході. Ну, да, я тоже так думаю. И, в общем-то, состав будет приблизительно, как и был в прошлом году. Надеюсь, что не приедет Пашинян, хотя тоже, знаете ли, не факт. Ну, в общем-то, будет, как обычно, куча странных африканских лидеров, да, и азиатских. Но, скажем так, смотрите, вброс был вчера, да, был вброс в сетях, что на инаугурацию Путина Украина готовит массированный удар 80 беспилотниками прям по кумполу, да, инаугурационные залы. Вот, может быть, Лукашенко еще из-за этого не поехал, спужался, что попадет под раздачу. Он же у нас трусливый парень, сильно-сильно. А то, что касается 9 мая, ну, конечно, Лукашенко всегда ездил на парад к Путину, он никогда его не пропускал покрасоваться на параде рядом с Вовой. Для него это всегда было must-have пиар-акция. Ну, конечно, он приедет. По поводу того, кто и на каком отдалении будет стоять – это решает протокольная служба. И, безусловно, у протокольной службы, конечно же, какие-то указания будут. Мы за этим тоже трошечки понаблюдаем. Кто, где там и так далее. Кто приедет, кто нет. Но это все, в принципе, ничего же нового мы не узнаем. Потому что у нас уже очень четко сформировалась ось зла и ось добра. И пока вот в таком непонятном, скажем так, непонятной позиции особо стран нет. Даже если мы будем говорить там Венгрия, Словакия, да, там вот они как бы вроде бы уходят, никуда пока еще никто не уходит, иначе бы их уже не было в Евросоюзе. Все равно есть система сдержек противовесов, да, каких-то, скажем так, красных флажков, которые страна-член Евросоюза перейти не может. Тут еще вопрос, что будет с Грузией. Вот туда надо очень внимательно посмотреть, потому что президент Грузии вряд ли поедет. Не до того, мягко скажем. Но как будут развиваться события, это прям сейчас надо очень внимательно наблюдать. Потому что не дай Боже, не дай Боже, мы же понимаем, что Иванишвили абсолютно пророссийский, абсолютно управляемый человек. Да, опять же, Грузия не так проста, как может показаться на первый момент, которую прям так раз и под каблук можно загнать. Но есть варианты. И один из этих самых плохих вариантов для Саакашвили, для ее народа, а это если Иванишвили таки пойдет на самый мерзкий шаг, это обратиться к Путину за помощью, если начнутся действительно массовые беспорядки, если польется кровь, и попросить Путина вести войска. Вот это будет, не дай бог. Мне кажется, грузинам давно пора освободить Саакашвили. Я не даю советы, боже упаси. Я так. Мысли во Вселенную. Потому что арест Саакашвили – это был тот красный флажок, который Грузия перешла как страна, которая вроде как стремится в ЕС, в НАТО там, да, и так далее. Ну, по крайней мере, есть такие заявления. Но, в общем, это будет тоже очень интересный сценарий, за которым надо очень внимательно наблюдать.
потому что непонятно нам, скажем так, что за анклав может возникнуть там. С учетом того, что в свое время, ну давайте вспомним, во время, когда через Грузию были, шли поставки Армении оружия, когда с территории Грузии прилетало по Азербайджану. И, в общем-то, Грузия, она такая в этом смысле, вот в те времена, она была такая немножечко Беларусь, которая как бы я ни придела, но я ощущал, я помощник, и вот моя территория. В общем, нас ждет очень непростой год. Просто катастрофически непростой год. Чем это выльется нам тут в Украине? Я пока, знаете, от прогнозов воздерживаюсь. До речі, от, зокрема, сьогодні загрози існують по всьому світу, але ми пам'ятаємо, знову ж таки, Лукашенка, якому постійно щось загрожує. І от є така сьогодні заява польського судді Томаша Шмідта, який виїхав до Білорусі, і він каже виданню РІА Новості, тобто вже можна розуміти, що це за людина, яка спілкується із російськими ЗМІ, каже, що є небезпека офіційного втягування Польщі в конфлікт. Конфлікт, а не війну в Україні. Каже, що польські війська, зокрема, можуть бути введені на територію України найманці, так звані структури, там вже, мовляв, давно. От на вашу думку, в продовженні загалом теми загроз і теми для Лукашенка, так? Чи готовий він сьогодні йти дійсно на ескалацію, чи, можливо, це буде вирішуватись от в ці дні візиту його до Москви, це 8-9 травня, чи все ж таки вдасться сьогодні Лукашенко дійсно тримати ось таку позицію, так, що, мовляв, я тут ні до чого і поки що не даю свою територію для військ Росії? Хто його спрашивать не буде по поводу території? Він давно вже її не владіє, ніяким образом нічого не контролює, крім репресій і посівної. Я все время про це говорю. Теперь по поводу этого дитя лейтенанта Шмидта, значит, польское. Как говорится, в войне все средства, в медиа-войне, да, берем то, что есть, и делаем из него сенсацию. У нас такое уже было в Беларуси. Значит, 21 год, осень, миграционный кризис. Помните, когда вот эти все толпы мигрантов шли и штурмовали границу с Польшей? Литвой, Лукашенко к ним приезжал, на палетах речь толкал. Значит, поляки их убивают, а я такой хороший, там и так далее, и так далее. И тогда появился перебежчик, польский пограничник. Господи, как его, Чечик, Чече, Чапик, Чмобик. Короче, не суть. Такая смешная фамилия с пяти букв. Значит, и он так рассказывал вообще, какие поляки фашисты. И там его юзали, я не знаю. Ну вот приблизительно так же, как сейчас юзают этого судью польского. А потом, о, ужас, его нашли повешенным. Надо же, какая неприятность случилась. Я бы на месте вот этого польского судьи, причем неважно, был он действительно там давно завербованным каким-то агентом ФСБ, КГБ, или, скажем так, каким-то образом на него вышли, понимая, что у него есть какие-то там вопросы сложности. Ну да, я не хочу сейчас пересказывать все то, что на него уже накопали польские журналисты. Не это важно. Вообще, потому что всегда пользуются какими-то униженными, оскорбленными. Важно то, что этот человек никто, звать его никак, и все, что он будет говорить и делать, ну просто вот фильтром через сито забыть. Сито, знаете, что такое сито Сократа? Что? Сейчас я вспомню точно. Ну, это когда Сократ там вещает перед своими учениками и, значит, расталкивая толпу, к нему бежит человек с криком «Сократ, Сократ!» А вот он сказал о тебе, и Сократ ему говорит, секундочку, ты уверен в том, что тот, что человек сказал обо мне, это правда? Он говорит, нет. Ты уверен, что эта информация принесет там нам какое-то новое знание? Он говорит, нет, не уверен. Ты уверен, что от этой информации будет какая-то польза? Он говорит, нет, не уверен. Говорит, вот смотри, в том, что ты хочешь мне сейчас сказать, нет ни правды, ни знания, ни пользы. Зачем тебе это говорить? Вот это все пропускаем через сито Сократа. Ни знаний, ни правды, ни пользы. Да, пропаганда все равно будет работать, да, мы с вами будем все это обсуждать, но просто это надо проговаривать. В
какой момент этот человек выпадет из окна или еще что-то с ним случится? Ну, его отработают, и на этом все закончится. Он либо канет в небытие, да, ну, либо действительно, как с этим польским пограничником, перебежчиком, да, с ним тоже приключится какая-то странная история и, ну, заболеет, может быть. По-разному же, да, люди уходят из жизни. Вот поэтому все, что он говорит, это чушь полная. Вот если б Дуда перешел на сторону белорусского диктатора, знаете, отце была бы сенсация. А это все пропаганда раздувает. Я смотрю, как все белорусские ленты просто заполнены этим польским судьей. Ну, окей, белый шум он такой. Ну і ще важливо розуміти сьогодні, що може принести у Європу лідер Китаю, тому що всі зараз спостерігають за таким собі турне по Європі. Ну, як пише Wall Street Journal, що будь-яка спроба протистояти Пекіну також потребує від європейців такого собі об'єднання. Ну і також бачимо вже перші заяви СІ, які, зокрема, каже, що от сьогодні, наприклад, якщо говорити про переговори між Україною і Росією, то вони мають бути, ці країни, якихось рівних умовах. Що це означає? Що це за рівні умови? І загалом, чи варто сьогодні очікувати чогось такого важливого, можливо, так, якогось перевороту у дипломатичних відносинах після візиту Сі? Я не думаю, що будуть якісь перевороти. Сі приїхав вирішувати свої проблеми, свої питання, в тому числі определенне лобірування китайських інтересів на ринку Євросоюзу. Потому что есть все равно же, да, мы понимаем, что есть торговая война США и Китая определенная. Китай за последний год, если посмотреть статистику, в разы увеличил экспорт в Мексику, а Мексика увеличила экспорт в Соединенные Штаты Америки. Приблизительно настолько же, насколько увеличила импорт из Китая. Надо же, какая неприятность. То есть Мексика – это ворота Китая в США. Поэтому там тоже с этими мексиканскими вопросиками, да, не все просто. Вот. Главное, что там, как Беларусь переклеивает наклеечку на креветках, там же много белорусских креветок, вот китайские товары становятся резко мексиканскими. Да, ну, все всегда обходили торговые войны переклеиванием наклеечек. Ну, другой пока практики не придумали. И, ну, или перерегистрации, да, в других странах, офшоры и так далее, и так далее. Как мне сегодня сказали, написали одни мои друзья, такие: Кипр, как он мог прислать на инаугурацию? Я говорю: алло, ребята, Кипр – это российский офшор. Чего удивительного? Как будто все вчера только-только про это узнали. Война войной, а бизнес as usual. И пока бизнес будет игнорировать нравственные ориентиры, безусловно, так и будет происходить. Вот, поэтому каких-то больших прорывов не будет. Китай будет преследовать свои интересы. Да, у них тоже есть вопросики с точки зрения их экономических проблем, связанных с тем, что Китай до 2007 года очень круто развивался. А потом пошла вот эта вот история с совок Госплан, рост госрасходов, соответственно, несменяемость власти, засилье чиновников и так далее, и так далее. Ну, мы же понимаем с вами, что Китай – это не демократическая республика, а авторитарная. Авторитаризм так устроен, что если в нем нет свободного рынка, а есть просто куча тупых чиновников, или даже пусть не всех тупых, да, но какое-то количество умных, тупые будут всегда, вертикаль выстроена экономическая, в такой огромной машине, как Китай, оно не будет вести к процветанию. Все вот они там понастроили силой великих решений коммунистической партии, и своих лидеров сильных, у них же тоже сильные лидеры, китайские хозяйственники. Значит, вот этих скоростных, жизнь дорог, да, где там сумасшедшей скоростью ездят эти поезда. Только они убыточные, потому что они ездят пустые. То есть Китаю не надо столько
железнодорожных путей, дорог, их вот эти мертвые города, которые тоже понастроили. Есть проблемы в банковской сфере, есть проблемы в строительной. То есть они очень долгое время же росли за счет там строительства. Ну, это больше к китаеведам, к экономистам. Я в общем, очень в общих словах. Просто чтобы ответить на ваш вопрос, почему я, например, не ожидаю каких-то больших, да, волн смены вектора, потому что нет причин. Сегодня состояние неопределенности, а мы все живем в состоянии неопределенности, война не выиграна, не проиграна. А вопрос по Израилю не решен. Не решен. Периодически кто-то делает заявление. Плюс мы говорили еще в 23-м году, 24-й год самый плотный с точки зрения выборов. И, соответственно, все заняты выборами. По сути, ведь Макрон настолько резко стал адептом, значит, уничтожения, да, по помощи Украине, да, как ядерная держава, напоминает, что Франция одна из самых крутых стран Европы, и если что, мы гей, потому что выборы в Европарламент. Но он же понимает, что все, у него последний срок. Все. И в данном случае вот эта сменяемость власти в Европе, я даже не скажу, что это минус, это реальность, которую нельзя изменить. У нее вот в этой предвыборной гонке стоят определенные задачи. Это а. Точно попасть в боль населения своего электората, своих избирателей. Что они могут решить при этом, при всем? Еще 100-500 раз подчеркнуть, что мы, конечно, переживаем, помогаем, но на первое место ставим свои национальные интересы, что они и будут делать. И поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас тоже будет определенное количество сообщений на лидеров разных стран по поводу того, что у них на первом месте далеко не Украина, а их собственные страны, а все остальное – это манипуляции там, и так далее. Не надо их воспринимать как отказ от помощи Украины. Это работа на внутренний рынок своего электората. Не каждый готов сказать правду. Более того, не каждый народ готов услышать правду. И если мы вспомним фильм «Не смотрите наверх», шикарный, я считаю, это один из лучших фильмов, которые соответствуют нашей сегодняшней ситуации. Одновременные драмы, и комедии, и фантастика, где ученые доложили всем президенту США, там, конечно, Мэрил Стрип играет, исключительно президента США, потрясающе. И народу, и все, и самого популярного телешоу. Ребята, через полгода давайте что-то делать. Нас летит комета, Земли не будет. Все что? Все такие, не-не-не. Это вот бамс, да, вот страус, да, голова в песок, ничего не знаем, никто, нет, нет, мы в это не верим. Но, как обычно, я в таких случаях говорю, в зоопарке полубетонные, нету страуса. Вот. Поэтому, ну, вот такая у нас, понимаете ли, тяжелая ситуация. Сейчас мы пока находимся, я считаю, что комета уже вылетела. Комета вылетела. Можно разные даты ставить, абсолютно разные. Можно прямо поставить дату прихода к власти Путина в России. И это будет тоже правильная дата. Но я бы сказала, что, наверное, вот с момента прихода к власти Путина и до 24 февраля 2022 года эта комета формировалась определенным образом. А вылетела она в направлении уничтожения всего живого именно 24 февраля 2022 года. Кто-то еще не смотрит наверх и эту комету не видит. Ще одна важлива тема – це постійні погрози, скажімо так. Ми нібито вже звикли до того, що Російська Федерація постійно погрожує вдарити по інших країнах. Тепер вже офіційно, зокрема, там в МЗС кажуть, що і по Лондону можуть вдарити, якщо ті нам дозволять використовувати свої ракети штурмшадом по Росії. Ну і ядерні навчання Російської Федерації, вже є реакція Пентагону. Кажуть, що плани Росії провести ядерні навчання є таким одним прикладом безвідповідальної риторики Кремля. Але, на вашу думку,
Наскільки сьогодні ось ці навчання, чергові навчання, скажімо так, є показовими? Це дійсно може бути реакцією, як каже Пісков, на певні заяви Заходу? Ну і тоді питання, нам ж не пояснили, що саме їх там бентежить найбільше. Які заяви тоді сьогодні так сильно непокоїть Кремль? Сложно обсуждать и комментировать обезьян с гранатой, вы же понимаете, особенно с ядерной. Но давайте по фактам. Военная доктрина России подразумевает, разрешает ей начать ядерную войну, если на нее нападут три страны. Что там с двумя, непонятно. Мы вчера как раз с профессором Зелениным у меня в эфире обсуждали это. Британское оружие давно уже есть в Украине. Що це сталося вдруг? Що вони це завважили? Ну, от серйозно. Ні. Я думаю, що це очередна історія про, як це, пробування на зуб. Це так же, як заявлення Лукашенка про сувалки. Це от, не трогайте мене, я психічно. Я зараз старшого брата позову. А ви ще не знаєте, як я можу. Я каратіст. От справка. Я каратіст. Значит, но есть такая проблема одна, с которой я начала ответ на этот вопрос. Они все равно обезьяны с гранатой, понимаете? Мы от этого никуда не денемся. И, безусловно, лидеры вменяемых стран, вменяемые лидеры вменяемых стран, они должны учитывать эту возможность. Собственно, поэтому роются эти блиндажи условно, да, на территории Литвы. Вы знаете, что Китай еще, по-моему, говорю, время очень быстро летит. Мне кажется, года два назад Китай уже начал ускоренными темпами строить бомбоубежище от ядерной зимы. Причем это было в открытом доступе совершенно. Это там не какие-то инсайдеры. Это прям было вот официально, что да, вот. Такая статья расходов. Сегодня у китайского их там, да, Министерства обороны условного. Вот, поэтому все пытаются понять и хоть как-то быть готовыми к тому, что, ну, реально это может быть. Никто же не знает, куда. Не могут говорить все, что угодно. Что они там, по Британии, еще. Америка уже в свое время... Помните этот ролик прекрасно, как она показала, какой будет удар нанесен по России в случае, если она вдруг рыпнется? Опять же, напомним протоколы использования стратегического ядерного оружия. В полную боеготовность оно, по-моему, не было приведено вообще ни разу, даже во время Карибского кризиса. Там была какая-то такая полуполовинчатая. Сейчас боюсь ошибиться, но после этого точно нет. Значит, с момента приказа приведения в полную готовность стратегического ядерного оружия и до момента его использования, это не потому, что я военный эксперт. Это потому, что мы про это говорим уже два года. И уже со всеми военными экспертами я это тоже обсуждала и у себя на канале в том числе. И есть в Украине эксперты-ракетчики, которые знают, как это работает. Те, кто в свое время отдавали, как генерал Романенко, ядерное оружие, да, из Украины. Они точно знают, как это работает. Так вот, с момента приведения его в полную боеготовность и до момента удара пройдет суток двое. Ну, потому что есть протоколы. Есть связь. По-другому не бывает. Все участники этого процесса, а их гораздо больше, чем один Вова Путин, выживший из ума, или там сколько их там, или в холодильнике, он уже, неважно. Все участники этого процесса, и эти самые военные инженеры там и так далее, ну, военные специальности, которые это дело обслуживают, они собирают свой тревожный чемоданчик, в последний раз обнимают жену и топают на ту точку, на которой они должны быть. Жена в этот момент начинает строчить в Фейсбуке то, что там на этой точке, где эта стратегическая боеголовка, что-то начинает проходить, происходить видят спутники натовские и американские, и вообще все спутники все видят. И дальше начинается такой трэш по всему миру. Я не знаю,
Пані Анастасія, що ми з вами будемо робити в це час, якщо що? Ну, то, що перше, смотреть наверх придеться всім. Це раз. Второе, я все-таки не верю, что конец человечества наступит в обозримом будущем, прям в обозримом. Как будет эта ситуация разруливаться? Зависит от очень многих факторов. У кого, как говорится, яйца крепче. Я очень надеюсь, что до... даже пусть какого-то минимального ядерного удара, дело не дойдет. Но опять же, мы имеем дело с кем? С обезьяной, с гранатой. Що ж, ну ми з вами в будь-якому разі будемо працювати і до останнього намагатись доносити інформацію до глядачів, щоб дійсно ті, хто, можливо, так виживуть, мали якусь повноту інформації і розуміли, що відбувається. Насправді, роботу треба свою робити. Інакше сьогодні я виходу не бачу. Дякую вам, пане Тетяно, за важливу розмову і за те, що час від часу, звісно, приходите на фабрику новин і розповідаєте важливе. Дійсно, те, що сьогодні має чути кожен, і те, що має розуміти. Це правда. Дякую вам. Дякую. Друзі, Тетяна Мартинова була з нами. Це білоруська опозиціонерка. Дякую також вам, що дивились до кінця. Закликаю вас ставити вподобайки, також підписуватись. Ну і, звісно, писати ваші коментарі під відео. Для нас це надзвичайно важливо. Ну і бережіть себе кожен.